наши родные, самые драгоценные дети. Еще этим утром нам казалось, что мы сможем снова встретиться, но теперь это неосуществимо. И я так хочу, чтобы вы узнали все то, что узнала я. К сожалению, я могу написать только несколько простых слов. Всему остальному вас должна научить ваша жизнь, так же, как моя научила меня. Сначала, конечно, вы будете горевать о нас, но вы не будете одиноки. Вот что утешает нас и что должно, в конце концов, помочь вам. Однажды вы поймете, что жизнь стоит того, чтобы жить. Знайте, что даже сейчас, когда наша жизнь медленно движется к финалу, наши убеждения сильнее, чем наши палачи. Ваша жизнь должна научить вас тому, что добро не может расцвести в сердце зла, что свобода и все те вещи, которые делают жизнь по-настоящему достойной и истинной, иногда должны доставаться очень дорогой ценой. Знаете, что мы спокойно принимаем тот факт, что цивилизация еще не дошла до той точки, когда не придется жертвовать жизнью во имя жизни, и что нас успокаивает твердая уверенность в том, что другие продолжат наше дело. Мы бы хотели радоваться жизни вместе с вами. Ваш отец, который остается рядом со мной в эти последние часы, посылает вам, наши дорогие мальчики, все свое сердце и свою любовь. Всегда помните, что мы были невиновны и не могли поступиться нашей совестью. Мы прижимаем вас к себе и целуем вас изо всех сил. С любовью, мама и папа. Джулиус и Этель Розенберг. Mm-hmm.